Итак, ребяточки, у нас будет вводная серия, но перед этим нам нужно разобраться вот с этим зданием. Так, у меня здесь вывелись уже лишние мои динозаврики. Мы их сейчас сплавим вот таким вот образом. Пойдем сейчас прокачаемся и вступим в бой. Так, здесь еще мозазавр. Лишний мозазавр. Дожились, да, ребята? Лишний мозазавр. Так, а нам теперь качать. Начнем, наверное, качать вот платозаврика. У меня они уже были готовы в прошлой серии, но не было абсолютно еды. И у меня сейчас есть дилемма. Мы можем сделать 40-го генодуса, либо качнуть еще кого-то. Но генодус сожрет же, может сожрать миллионов так 5, 6, 7, 8. Хочется нажать продать. Нет, поместить. Ну, давайте будем кормить. Так, 50, 60. Тут, короче, сколько? Ну, еще миллион за один уровень еще не уходит. Блин, ну мы потратили 3 миллиона. 3 миллиона, ребята, мы потратили. Блин. А ну-ка, давайте на плезиозавра. Он тоже хорош. Очень красиво нарисован. Вау-вау-вау, красотища. Очень мне нравится. Знаете, ну, недалеко от хайнозавра. Красивенько сделанный. Так, артокантуса мы с вами качнули. Тилозавр у нас тоже вкачанный. Вот генодус есть. Генодус, ребятки, и артокон. Артокон у меня только 20-й. Хорошо, тогда будем, ребята, генодуса качать. Не знаю, насколько... Ваши ставки, насколько хватит 5 миллионов еды? Ну, уровень на 36-7, не больше. Как по мне. Ой, хотя не надо было его сейчас качать. Наверное, ребятки, надо было его после боя прокачать. И можно было бы его еще раз использовать. Да, глупость я сделал. Надо было подраться 30-м. Одним, вторым, и потом сделать на третий бой 40-й генодус. Так, ну, смотрите, 200 тысяч. То есть, 200 тысяч, два... Ну, короче, сейчас увидите. Сколько нужно размножать? Раз, два, три, четыре, пять. Миллион за один уровень. Ну, вот и последний уровень, 36-й. Все, дальше, в принципе, качать незачем. Ну, мы можем вот этих немножко прокачать. Они пока что не такие жадные. Я, конечно, сомневаюсь, что генодус вот так вот охотился на рыбу. Это же не какая-то там... Ну, даже на это не хватило еды, ё-моё. Ну, ладно. Мы не печалимся, у нас все отлично. Мы идем вот сюда. Так, и где наш генодус? Генодус наш... ну, я бы его по силе третьим бы разместил. Тилозавр, конечно, больно бьет, но жизни у него маловато. Так, кем мы будем сражаться? Нам нужен... Нужен... Вот так. Вот так. И вот так. Не уверен, что мы справимся таким набором. Ну, давайте. Пора уже усиление и водный парк вводить. Так, не атаковал. 3, ну 3, неужто ли хватает? Не хватает, все. Значит, мы сейчас разберемся с ним. Но придется атаковать прилично так. Нас за два удара завалят сейчас, кранозавр. Но Дунки там будет на готове. Крони будет атаковать, точно будет. У него 4 балла, атакует на 2. Уи! Есть.
Так. Раз, два, он покойник. И раз, два. Вообще не защищался. Хорошо, потому что у Леоплера Дональд Арбот не такой сильный. 381, а здесь 226. Значит, он потратит больше баллов, чтобы убить Дунки. Минимум 5. Даже 6. Есть. Ну и мы его сейчас легко обнимем своими щупальцами. Та-дам! Отлично. Так, первый бой за плечами. Идем дальше. Так, нам нужно будет брать уже, возьмем. Ух ты, блин, у нас, прикиньте, у нас всегда не всегда был, сколько месяцев мы дрались, и у нас был Дунки самым слабым. У нас был единственный легендарный Дункли Эстей, пещерный, и он был там где-то фиг знает где. Вот где он там? Вон аж где он. А теперь у нас он самый сильный Артакон пещерный. Хорошо, это мы взяли. Теперь взять кого-то рифового. Не, не будем брать рифового. Возьмем вот так и вот так. Погнали. Легкая победа будет. Ух ты, видели, как Артакон развернулся? Его прям закрутило, как будто его взял кто-то и крутанул. Так, можно атаковать. Ой-ой-ой, что-то я решил проатаковать так. Сейчас меня завалят. Нет, не завалили. Ура! Ну, этого не должны тоже завалить. Он больно жирный. 5, не за 5, 4. Ух, сейчас точно проатакует. Нет? Блин, не успел. Видели, как опа ударил так щупальцами вперед, да и как будто бы ударной волной завалил Архилона. Хана нашему Артакону. Падение, крушение Артакона. Так назывался этот скриншот. Так, ну а мы сейчас выпустим Ужастуса. Красивые цвета у нашего тилозаврика. Такие синенькие. А, да, старые динозавры, такие вот как Мегалодон, видите, они как-то так серо нарисованы. Блин, я хотел же выпустить. Ладно, давайте. Если не умрет, то выпустим. Ха-ха, случайно. Я завалил Мегалодона. Случайно получилось, ребята. Так, ну, а мы вступаем в наш последний бой. Артаку. Значит, берем красавчика, фотомодель нашего периода, вот так, так, не, и вот так тогда, а хотя вот можно взять Архилона, не, давайте возьмем Плотозавра, мы его не видели еще в 30-м кузове, кузов как у машины, так, ну прощай. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Просто себе накапливаем баллы. Просто накапливаем баллы. Семь баллов.
Даже ведь рот хорошо прорисован у новых динозавров. Они не серые, они там прям язык и блестит, все как живое. Раз, два. Раз, два, раз, два, три, четыре. Так, ну сейчас мы выпустим тилозавра, который съест мегалодона. И вот он великий и ужасный тилозавр. А, чтобы они так одновременно друг на друга порычали, это было бы, был бы кадр. Но это мы, наверное, вряд ли. Блин, вообще не видно. Не видно, как рычит плотозавр. Ну и ладно, сейчас мы увидим, как он будет атаковать. Ну и крупный план, ждем плотозавра. Прикольно. Ну вот когда делается скриншот, по-моему, он же круг почета должен делать или нет? Точно не знаю, ребята. И это у нас супер редкий набор. Со скалозавром. Так, с этим мы разобрались. Что есть? Есть еще вот бесконечная схватка. Думаю, мы сейчас ее как раз и выполним. И выполним. Зихариптер. Вот так. И вот так. Не хватило у нас немножко мяска, чтобы докормить престозуха. Бывает. Так, подменится, проатакует. Конечно. Любит он меняться. Но не атаковал. Очень странно. У него один балл. И он решил проатаковать. Так, а я его сейчас могу завалить, да? Наверное, за два удара. 1300, раз, два, три. Да, я его скушал. Мой более слабенький съел более сильненького. Опа. Вот что значит стратегия. А индомус меня, по идее, не должен атаковать. Он же не знает, как там дела обстоят. Так. Давайте выпустим престозуха и протачим им по полу. Даже личный балл. А индоминус может его съесть, может. Я просто хочу зухариптором завалить индоминуса последний. 6. Атака на 3. Так. 6, атака на 3. Ладно, делаем вот так. Делаем вот так. И на следующий ход я переключусь снова и его проатакую. Выполняем наш план. Ну, может, конечно, если он поставит защиту, там, 3 балла, то... Нет, 2. Мы победили так, как я хотел. Flying Dragon Winner! Победил наш летающий дракончик. Это у нас спинозавр среди летающих ящеров. Головозавр. Вот как-то так. Так, редкий набор, ребятки. Давно не попадались мне редкие наборы. И нам пирораптора дали. Та-дам! Ну все, ребятки, осталось нам подраться еще в турнирчике. И все будет в шоколаде. До скорых встреч!